Смотрите, ребятки, прекрасная картинка. У нас Джаггернаут и Омега. Ух ты, даже вот такой скриншотик можно сделать. А, блин, это надпись, запись запущена, перекрыла, короче, нам всю красоту картинки. Так, давайте мы сейчас по-быстренькому закроем этот код 19. И там будем смотреть, что у нас тут происходит. Кстати. Синоцератопс, да, ребятки. Давайте пробежимся. Давно мы здесь не были, у меня тут что-то новое появилось. Вот синоцератопсы появились. Хотя мне так кажется, как будто бы он уже у меня был очень давно. Но по факту нет. Давайте немножко громкости добавим. Ну, прикольно нарисовано, но текстура как-то ему не хватает. Что-то он какой-то жирный, что там. И вот туловище какое-то жирное. Но корона шикарно выглядит. Так. Давайте еще одного купим. За 10 баксов разместим. Игуанодона соберем. Игуанодона, по-моему, тоже вы не видели у меня, не знаю, в парке или видели. Что-то он такой крохотный. Давайте вот сюда. Отправляем Оуна, возвращаемся обратно. Так. Игуанодончик. Давайте его тоже качнем. Дракорексики. Давайте купим игуанодончика. Пусть выращивается. Блин, что ты меня опять сюда бросаешь? Не хочу я сюда. Да, кстати, у нас тоже стало же доступна вот эта вот ерунда. Типа вот, можно посражаться будет Омегой 09. Для этого нужно насобирать кучу вот этих всяких генов. Да, так, вы видите. Кстати, эти условия надо как-то будет повыполнять. В общем-то, посмотрим. У меня вообще по нулям ничего не выполнял. В игру практически не захожу, ребята. Так, давайте вот это соберем. Что здесь? Ну, пока что здесь ничего интересного больше нет. Да хватит мне тут мигать. Так, вот пара зауралов, ребятки. Ну, вот эти вы, наверное, видели у меня их. У нас такая будет обзорная какая-то серия, да? Чтобы бог его знает, я там уже отстал, скажем так, от событий в игре. Очень редко захожу. Там раз-два в месяц, наверное. Некогда. Работа, ребята. И все дела. Не знаю, потом попробуем посражаться, да, всякими этими существами, там, игуанодонами, синоцератопсами и вот парозауралофами этим. Сейчас посмотрим, какие там новые существа. Вроде кто-то писал мне в комментариях, что добавилось. Комментарии, ребятки, иногда так, ну, почитываю, вижу. Но времени мало мне вообще чем-либо заниматься по поводу Ютуба. Давай. Даже в Jurassic World Alive практически не захожу. Раньше я хотя бы в Alive там практически каждый день бывал. Хоть и не снимал видео, но сейчас вообще, короче... Так, люминесцентный парозауралов закончен. Куда? Я не хотел сюда клацать. Давайте будем смотреть. Это раджики, дракорекс, афиакадон. Это все какое-то старье, да? А, ну сфенакадон еще, наверное, у меня, может, не знаю, видели, не видели. Ну, тот же диметродон, только немножко ущербный. То есть плавник у него не вырос. Гребень, точнее. Да. Кстати, имя сфенокодон означает клиновидный зуб. Во рту этого хищника было полно острых, как бритва, зубов, которыми было так легко рвать добычу. И кота напала. Был близким родственником диметродона, что заметно по большому и узкому черепу. У обоих существ были длинные тела. Ой, и кота. И 4 короткие конечности, на которых они передвигались. Так, дальше у нас недоступно, кстати. Давайте, раз мы уж так сюда зашли, давайте про игуанодона что-то прочитаем. Игуанодон – одно из наземных существ, которое умеет двигаться и на двух, и на четырех лапах, и один из первых найденных тоже скелетов.
Ну, после мегалозавра или как там, да. Так, а по парозавру. Что у нас тут по эволюциям? Существо отличается от оригинала только светящейся расцветкой кожи. Печально. Парозавров МО2 прекрасно уживается вместе в одном стадии. Ну, в смысле, среди обычных, да? Редкости среди остальных существ. И любимой пищей парозавров МО2 является пресноводный краб. Чего? Поэтому они предпочитают обитать в прибрежных зонах. Это что, у нас хищник прям какой-то получился? Крабов жрет. Вообще непонятно. Давайте сейчас пробежимся по новостям. Что у нас здесь? Да, исторические любители растений. Это у нас процератозавр, да? Это все старье, это все старье. Ну вот это, кстати, картинка прикольная. Кровавый апокалипсис. Покажите, кто здесь босс. Да не хотела сюда. Так, подождите. Где мои скриншоты? Вот мои скриншоты. Так, вау, шикарная картинка. Битва. Битва насмерть. Проведите своего босса на жуткие события. Но у меня босса-то нет еще. Ух ты, ё-моё, и тут-то. Зловещая встреча. Покажите, кто здесь босс. Ну, тут надо иметь этого босса. Это Ютиранус, да. Кто-то у нас там еще был. Вот этот Зуха что-то там. Гибридище. Так. Ну, так, давайте тогда куда мы перейдем. Давайте вот сюда зайдем. У меня, да, уже 14 существ не хватает. Давайте все существа не в коллекции, да? Не в коллекции. Кто у меня не в коллекции? Начнем снизу. Бронемата. Это мне не хватает мозазавра мод 2. Птерокецель. Птеранодона мод 2 у меня нету. Так. Индоминус Рекс. Ну, этих мод 2 нету, да? Вот. Тарбозавр появился. Вот, наконец-то. Вот это то, чего у меня нет. Вот Плезиозух. Понятно, Птеранодон мод 2. Орнитохейрус. Вот Брахиозавр. Жал, что у меня нет. Я его, по-моему, провтыкал турнир. Гриппозух добавили, да, это из этого. Блин, 30 мод 2. Да нафиг надо вот эти мод 2, блин, ну вообще это ужас какой-то. Есть миллиард существ, которых нужно добавить, а не добавляют моды. Кому вы нафиг надо моды? Индораптор. Мод 2, у меня нету индоминуса мод 2. Ну, понятно. Ну, с модами 2 у меня вообще печаль, у меня их нет. Омега 09. Ну, это понятное дело. И Дилофазавр мод 2. Вообще неинтересно, эти мод 2, блин, а... дичь. А вот омегу, да, вот брахича, гриппозуха, тарбозавра, это было бы интересно. Ну и тоже орнитохейруса можно было бы взять. Ну и плезиозуха, ну чисто как для коллекции, да. Но тарбича искать где? Куда нам? Ух ты, так, а тарбозавра мы можем... А, это виповский набор, черт подери. Хотел сказать, сейчас мы же его можем купить. Ага, болта, не можем мы его купить. Так, а ну-ка, тут характеристики вообще-то есть. Да. 3000 на 2000. Ну, это вообще слабенько, собственно говоря. Давайте мы зайдем. Куда-нибудь зайдем. Три тысячи на 2000. Это вообще ни о чем. Это недалеко от легендарных. Ну, хотя нет, 3000 на 2000 это не так уж плохо. Это вот, видите, возле Иоламбии. Во, это конковинатор. Это тупо аналог конковинатора. А вот, кстати, спинатозуху тут противник Омеги, который был на картинке. Ну, вообще ни о чем. Вообще ни о чем. То есть, ну, получается, самое сильное существо у меня вроде как есть, да? Сильнее этих вроде как никого не добавили. Что у нас здесь? Ничего такого интересного. Скоро в игре. Так. Ага. То есть скоро в игре, а я не могу даже сюда клацнуть. Ну, прикольно. Прикольно. Так. О, гидросфера тоже бесполезное задание. И вот у нас тут есть битва. Давайте мы сейчас заколбасим какую-то битву.
за следующий уровень, за 88-й, кстати. У меня вот он открытый, мы даже на следующий уровень тут можем, сможем перейти. Так. Давайте вот тебя возьмем. Он на кого подменится? На Апатича, как вы думаете? На Апатича, либо на этого парня. Давайте вот так возьмем. И вот так вот. Опа! Где мой скриншот? Надеюсь, получился. Так, ага, Барионикс у нас тоже, кстати, у нас прикольно выглядит. Ой, какой слабенький удар. Так, ну я еще все помню. Я еще тут умею сражаться. Я еще ничего не забыл. Надеюсь. На Апатича таки подменился. На Апатича. Ну, давайте три. Почему? Потому что у меня следующий будет Барионикс, который бьет всего лишь 650. Он не сможет меня пробить вообще никак. Потому я как бы и так дерзко поступил. Ну, он сейчас опять подменится, потеряет еще балл. Не, не подменился. Ну, у него всего лишь три. Вообще ни о чем. Должен подмениться. Ну, либо ему либо он труп. Ну. Ну, короче, разбираем его как сынка. Так, ну, метапозавр уже может, в принципе, меня пробить. Ну, и ему сразу будет смерть. Тыдыщ. Ам-нам-нам. Ну, и тут его добиваем. Метапозавр вообще ни о чем. И сейчас мы, кстати, по идее, сможем качнуться на 89 уровень. У меня там есть... Заставка! Наконец-то нормальная заставка. Да. Ну, это, по-моему, уже в прошлый раз уже такое тоже было. Заставки наконец-то перестали обрезаться. 7000 мне насыпали. Так, мне нужен 89 уровень. Я даже догадываюсь, как мне его получить. Где-то мне здесь должна быть, по-моему, земля, да. Я еще могу расширить территорию. Давайте мне очки. Во, смотрите, нормально так. 1/8 нам практически дали. Сейчас еще... Вот, ну тут уже недалеко и до половины. Так, а где я еще могу землю расширить? Смотрите, вот сюда можно расширяться. Ну тут чисто за счет земли можно прокачаться. Так, ну дальше тут нечего. Да. Давайте заберем набор. Так, это все платное. А, вот тут даже кое-что за баксы можно купить. Ну, как бы, ничего интересного-то. Это все за бабки. Пантохусы. Блин, ничего толкового нет. Ничего толкового. Ну, не будем тратить деньги куда попало. Так, что нам надо? Нам теперь надо посражаться травоядными какими-то. Так, так, так. Ну, блин, мне сюда в этот турнир даже лезть незачем. У меня как бы все есть. Вот здесь еще есть битва. Ну, ничего такого здесь нет, да. Ладно, давайте оставим ее на потом. А пойдем мы вот в PvP, короче, в обычную битву. В обычную битву. Давайте все существа возьмем кого-то травоядных. Давайте возьмем. У меня ж там... Дети. Мод 2. Где мой там паразавр? И все остальное. Блин, вот это бесконечно. 4 косаря просит. А, нифига подобного, не буду я платить. 4 косаря баксов. За что? Так, вот, собственно говоря, паразавр у меня есть.
Так, а кто там у меня еще был, подождите. Так, давайте все-таки выйду, а то что-то у меня амнезия. Так, паразавр, игуанодон. Вот какой, какая у тебя там сила? Ой, 715 на 224. Ну, что поделаешь, надо пробовать. 715 на 224. Вот где-то здесь. Вот, кстати, вот есть Залмоксис. Травоядные, какая-то амфибия, давайте возьмем посерединке. Ну вот, что-то такое. Давайте Акантастега. Не, слабовато. Давайте Эриопса. Возьмем. Что-то Залмоксис и Гуанодон мне как-то не очень похожи. Так, 200, 200, 200. В принципе, могу атаковать. Я его за два удара пробиваю. Блин, не пробиваюсь. Опять посмотрел на свое здоровье, посчитал, что это сила удара, да? И неправильно рассчитал. Так, собственно говоря, на канале Link Game это будет последний бой, а более длинное видео со следующим боем на канале Jurassic World Ru, ребятки, там можете его увидеть. Так что имейте в виду. Переходите на канал Jurassic World Ru, там будет более длинное видео. Так, ну тут у нас что-то может пойти не по плану. Ну давай, пробиваю на все три. Прикольно выглядит, кстати, анкилодок. Давай, молодец. Нормально у нас все. В Багдаде все спокойно. Побеждаем. И на все три. Молодец. Бедный-бедный игуанодон. Сейчас Эриопс за него отомстит. Ам-нам-нам. Вот так вот, да. Битвы боссов. Это получается нам потом и Джаггернаут, и всех остальных начнут пихать. Короче, лишь бы. Хотя кто-то мне говорил же, что игру прекращают поддерживать. Но она вроде как что-то там развивается даже. Хотя непонятно в какую сторону. В общем, всем, кто на LinkaGame, всем пока. Идите на Jurassic World.ru канал. Ссылочки в описании и в разделе каналы. А мы на Jurassic World.ru продолжаем.